Глава подчеркнул, что в Нефтеюганске на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако в местной больнице находится 9 человек под медицинским наблюдением. Это люди, контактировавшие с вернувшимися из-за границы, а также с заболевшим вахтовиком на месторождении. Положительных тестов пока ни у кого нет. Также Сергей Дегтярев упомянул о готовности местного стационара. Больница располагает 40 аппаратами искусственной вентиляции легких и несколькими сотнями обеззараживателей. Все в порядке и с защитными костюмами для медиков. На вопросы про исчезнувшие из аптек маски глава ответил, что сегодня их шьют 9 нефтеюганских ателье. Адреса этих цехов можно узнать на официальном сайте администрации города.